Моего мужа зовут Муртаза Сира. У нас двое маленьких сыновей. 3 и 2 годика. Мой муж был активистом. Но он никогда не оставался в стороне. Всегда помогал семьям, у которых уже забрали мужей. 27 марта в 6 часов утра к нам ворвались. Начали угрожать, что сейчас выломают дверь, если не откроем. Мы открыли дверь, они заломили руки мужу, завязали руки, посадили его лицом к стене. Нас всех закрыли в отдельной комнате, и не давали нам никуда выйти. Документов никаких не предъявляли, постановления тоже. Подкинули какую-то литературу.